Анонс и дата выхода 14 серии турецкого сериала «Полярная звезда». 14 серия сериала выйдет в эфир 14 декабря. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, что когда Кузай сделал предложение Йылдыз стать возлюбленными и жить вместе счастливой парой, то она сильно удивилась, ведь Йылдыз порядочная женщина, и как она может сразу взять и сойтись с мужчиной, ведь они вместе совсем мало времени. Она думает о том, что начнут говорить про них люди, хотя никогда большого значения этому не придавала. Вскоре Йылдыз стала жалеть о том, что отказала Кузею, так как она действительно его любит и хочет постоянно находиться рядом с ним. Тогда она говорит возлюбленному о том, что согласна жить рядом с ним, но при этом ставит определенные условия. Когда Кузей встретился с Йылдыз, то он стал просить ее о том, чтобы она остановилась. Она должна принять серьезное решение, что для нее важнее. Если она хочет жить настоящим и взять его мужья, то должна будет оставить прошлое позади. Йылдыз не привыкла к тому, чтобы с ней разговаривали в таком тоне, и она прогнала Кузея. Она сказала ему, что сначала он должен будет успокоиться и привести свои нервы в порядок, и только потом может приходить к ней с разговором, как это положено. Кузей никак не мог ожидать подобных слов, но он не собирается просто так отступать, и поэтому начинает искать другой подход к Йылдыз. Напомним, 14 серия сериала выйдет 14 декабря. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.